Фантастическое сияние биолюминесцентного планктона в водах у берегов Гонконга. Это явление, как правило, называют морским сиянием. Тем не менее, волшебное зрелище, вызванное цветением фитопланктона, называется ночесветка. Возникает по менее вдохновляющей причине – загрязнение окружающей среды. Этот планктон начинает светиться, когда его беспокоит какое-либо движение. Именно поэтому лучше всего заметен, когда волны выбрасывают его на берег. Так, недавнее цветение было вызвано сельскохозяйственными стоками удобрений и других химических веществ.